Там же кто-то пытается зайти. Вот, ребята. Ой, мати! Огромная повариха меня несет. Ничего себе, конечно. И всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дмитроза. И мы сегодня будем продолжать играть в игру. Нет, не в Ice Cream Six Friends, а в Roblox. У нас вышла версия Мороженечка 6 в Роблоксе. Давайте же начнем, посмотрим, что это такое. Похоже, не похоже. Годно, не годно. Поехали. Play. Выбери мод. Так, ну давайте выберем. Пока что можно призрак. Можно изичный. Ну, я не знаю, там, наверное, враги будут очень сильно мешаться. Но я все же возьму пока что изи. Вы тем временем можете подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Также по ходу ролика появится кодовое слово, за написание которое в комментариях вы от меня получите сердечко. Поэтому смотрите видео до конца, чтобы получить от меня сердечко как раз таки. Так, локейшн, кухня. А где это я? Погоди. Какая-то площадь я вижу. То ли это крыша? Ну-ка. Я могу, наверное, прыгать не могу. Я могу спуститься. Я за картой. Что-то неладное. У меня не прогрузилась, наверное, карта. Ну вот она вся. Вот она вся карта мороженчика. Я упал за карту. И что мне делать? Погоди, я ничего не понял. Find a way communicate with... А, это начало было такое. Ничего себе, настолько реалистично все. Смотри. Вот Матти или Мэтти, не знаю. Вот они, игроки. Офигенно, она такая маленькая повариха. Вот маленькие эти тоже негодяи. Тоже вот бегают, прыгают. Давайте будем смотреть, будем развлекаться. Ой, маленький уборщик. Хотя уборщика здесь, я помню, не было. Ага. Не хватает одной медальки. Ну, очень прикольно выглядит. Реально годненько, прикольно. Давайте будем смотреть. Молоток какой-то, что это, сливной? Сливной механизм, наверное. Здесь то же самое. Крутится, вертится. Тоже что-то непонятное. Опа. Это я поднялся, это я спустился. Хорошо. Давайте сюда. Тут не работает это все. Есть компьютерная комната. Шкафчики не открываются. Эти шкафчики я тоже тыкаю, не открываются у меня. Окей, есть шоп. Как интересно, да? Ага, все, не принимает меня. Мое лицо, мою рожу не распознает. Хорошо. Тогда давайте двигаться дальше потихоньку. Шкафчики тоже не открываются. Записки тоже не поднимаются. Ничего не действует. Могу ли я здесь повзаимодействовать? Чикс? Не-а, не могу. Точнее, могу, но оно не принимает, ведь у нас нет ключа еще. Так, давай. Здесь я могу открыть. О, медальончик вижу. Пусти меня, дай медальку. О, смотри, целых две подобрал. Целых две медальки я подобрал. Вот я несу медальончик. Вот я несу медальку. Часть от медали. Мы ее сейчас как раз таки сюда применим. Все. А почему не открывается все равно? А мы одну нашли всего лишь-то. Надо еще одну. Понятненько. Понятненько. Там мать уже, смотри, что вытворяет. С ковшиком в руках дубасит там всех. Ничего себе. Ничего себе, прикольно. Это прикольно, это прикольно. Так, что здесь еще? Наверное, нам просто надо бегать по локациям и находить какие-то предметы. Ведь здесь никакие шкафчики не открываются, как я понял. Только двери, хорошо. Здесь у нас никто не готовит ничего. Банки вижу, яйца. О, яйца. Это у нас просто... Просто у нас там с яйцами контейнер. Вижу вторую медальку. Подобрал я ее. Несем медальку дальше. Матти буянит. Нет. Тут даже на легком режиме тут довольно-таки легко играть. Ну, логично, да? Несложно. Вот это огромная миска. Тихо, тихо, тихо. Там же кто-то пытается зайти. Вот, ребята. Ой, Матти! Огромная повариха меня несет. Ничего себе, конечно. Она в дверях застряла. Она просто застряла в дверях. И как мне ее выпустить? Выходи.
Свободу, свободу, мати! Ты меня пропустишь или нет? Жируха, на меня стреляет. Она застряла между дверьми. Вот толстая, вот эта толстуха. Что даже в дверь не влазит. Ты смотри на нее. Пусти меня. Ага, вот толкнула вниз. Хорошо. Короче, идемте эту медальку запихивать сюда. Чик, все, вставили наконец. У нас это сработало. И мы можем, в принципе, вот он у нас показывает что? Показывает, где у нас был шкафчик, эту штуку. Хорошо. Ну, в принципе, это прикольный режим с друзьями, чтобы поиграть, пошпилить, почилить. Это, в принципе, прикольно. Если вам скучно одному играть. А там что происходит? Они открыли там дверь или нет? Ребята. Вы здесь дверь открыли? Смотри. Чекать здесь можно. А ну-ка, носок, носок, носочек. Нет носка. Не получается. Наверное, здесь где-то носок. Я себе так предполагаю. Нет носка. Возможно, здесь. А ну-ка. Здесь тоже нет носочка. Может, здесь будет? А ну-ка. Тоже нет носка. Где же он был? Где же он здесь запрятан? Или уже нашли? Так, о, нашли мы. Грязный, потный носок. Откройте меня. Откройте, откройте, откройте. Откройте дверь. Тихо, она сама закрывается. Автоматически, непонятно. Вот это я не понимаю, например. Есть носок. Я могу его наверняка где-то здесь применить. А куда его? Нигде сюда не применяется, хотя он сюда должен применяться. Это непонятно мне. Ладно, я могу даже присесть, я могу ползти, я могу бросить. Или не могу? Нет, бросить я предмет не могу пока что. Хорошо, давайте идемте в комнату переговоров. Или как? О, здесь носочек можно наверняка. Нет. Шугар, здесь у нас надо сахар как-то подмешать, испортить. Понял. Яйца, в яйца носок нельзя. М-м. Окей, давайте идемте в комнату переговоров, где у нас была. А здесь мы уже морожку активировали, кстати. Вот есть маска, но это уже сделал кто-то за меня. О, это coming soon, да? Скоро будет. Это еще в обновлениях. Ну, это понятно. Двигаемся дальше, двигаемся дальше. Ну, то, что она у меня подлагивает, я не знаю, то ли это везде она так лагает, то ли только у меня. Это я пока что понять не могу. Тихо, я сюда захожу тогда. Дверь закройся. Сюда никто заходить не обязан и не должен. You are sealed. Ага. О, я с носком могу даже здесь быть. Ничего себе. Так, о, все, теперь играю за Джея. Чарли, привет. Так, мы играем за Джея, погнали. Погнали, будем играть сейчас за Джея. Так, в обновлении добавили, что здесь должен быть от грузовичка ключ. Но, наверное, этого не будет. Даже не наверное, а точно. Изоленты я не вижу. Здесь будки такие маленькие, удобные, кстати, очень. Поудобнее, чем в мороженчике, даже так. Но я не вижу ничего. А откроются передо мной двери? А, да тут они сами открываются. Даже нажимать на них не надо. Это понятное дело. Так, открывать здесь я тоже ничего не могу. Так, непонятно мне. Например, мне непонятненько. Если я сбегу, мне дадут какие-то вознаграждения за это или нет? Офис. А мороженчик есть вообще в этой игре? О, мороженчик! Он атакует? Или он заглючил? Может обойти его с другой стороны? Давайте так мы и сделаем. Погнали. Погнали, обойдем мороженчика. О, окей. Принимаю всех, ребят, друзей. Абсолютно. Ник Дмитро Зе. Вот, не Зе, а Зе через... штучку такую. Так, ёкарный, что-то мы не туда. Что-то мы не туда. А есть где-то здесь вентиляции, может быть? О! Давай, давай, что-то меня здесь вертит, крутит эта камера непонятная. Туда-сюда. О, здесь я вылез. Маленький мини-рот. Нам нужно, в принципе, пойти сейчас желательно в гараж. Это я тут нашел эту штуку. Это потом мы найдем. А мороженчик пропал.
Оу, откуда Матти? А что это за бред? Вот это реально непонятно мне. Ключ, я могу тебя подобрать, Матти? Она зашла в комнату переговоров. Боже, какой лагучий сервер. Ничего себе. И она вот так вот выталкивает всех персонажей. Офигеть. Ничего себе. Вот это лаги, ребят. Это пока что лаги. И что? И куда я попал? Куда-то под карту, наверное. Это ползу, не пойми куда. И что? Куда я сейчас приползу? Никуда. Присядку я упаду? Нет. Что это за комната такая? Куда-то проник. Какие-то тут решетки. Что это за решетки такие интересные? Я хочу провалиться под карту. Просто тупо. Ой-ой-ой. Может, отключимся и на призраке попробуем поиграть? Или не надо? Ну-ка, settings. Easy. Блюр, что-то тут непонятное. Лив. Вот, я ливаю в меню. И сейчас мы попробуем поиграть на призраке, потому что на легком пока что для меня лично невыносимо. Для меня это пока что непонятно и сложно, и вообще ничего из этого не получается. Давайте сейчас так, мы попробуем. Нас телепортирует на сервер. И мы опять здесь спавнимся. Да что ж такое? То есть мы теперь всегда будем на крыше или что? Или это такой баг? Вот у меня камеру крутит, мутит везде. Спрыгиваю. О! Здесь есть какая-то непонятная штука. Я на улице сейчас, я за картой нахожусь. Я хочу вообще вылезти туда. Еще, еще, еще. Хочу вообще за карту упасть. Ну вот она, фабрика. Вот она очень интересная. Как мне вообще исчезнуть отсюда? Ни черта не видно. Ни черта не слышно. А шоп что такое? Это все за робоксы? Ну, логично, наверное, за робоксы. Да, вот я куда-то продвигаюсь, офигеть. А вот это уже красивше выглядит. Это уже реально красиво выглядит. Воу. Это фабрика мороженщика. У него такие ручки маленькие, разве? Вау, ну красиво, красиво, красиво сделано. Могу ли я как-то здесь вниз, 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 сюда, может, сюда я могу? Не-а. То есть через этот путь у нас в предыстории как-то можно было зайти. Это в мороженчике обычном, сейчас же нельзя. О, куда-то я сюда проник. Куда-то я сюда проникаю, сюда, сюда. Не могу я пролезть. Короче, бегаем за картой мороженчика. Ну ладно, ребят, давайте мы на этом закончим. Не получается у меня нормально поиграть, пройти мороженчик в Роблоксе. Не знаю, что это за баги такие дикие. Но это что-то непонятное. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был я, Дмитр Розе. Всем удачки и всем пока-пока. Ссылочка на Дискорд в описании, на плейлист Роблокс тоже есть в описании.